Трактор Жохн Дир 9520RX. Чтобы максимально удовлетворить потребности крупных сельских хозяйств, был разработан трактор Жохн Дир 9520. В нем соединены передовые технологии и надежные комплектующие, что позволяет справляться с любыми задачами. Наличие электрических компонентов и систем обеспечивает более эффективный результат при выполнении различных задач. А исключительные технические характеристики и эргономика делают модель незаменимой в сельском хозяйстве и на строительной площадке. Вся спецтехника, выпущенная под брендом Жохн Дир, пользуется большим успехом на мировом рынке. Особое место уделено двум главным сериям полноприводных тракторов на колесном и гусеничном ходу, а возможность эксплуатации прицепных и подвесных устройств расширяет функциональность. Преимущества тракторов John Deere неоспоримы. Мощный силовой агрегат позволяет выполнять работы любой сложности, включая транспортировку на большие расстояния. В конструкции крепежей и гидросистемы использованы специальные опции, что обеспечивает совместимость с разным оборудованием. Комфортабельное рабочее место для водителя, превосходная совместимость всех систем, а также эффективный контроль за счет бортового компьютера. Все механические узлы и агрегаты располагаются максимально эргономично, за счет чего можно легко добраться к каждому из них для диагностики или ремонта. Ключевые особенности 9520. Модель 9520 относится к серии R9 и считается одной из самых эффективных. В тракторе установлен мощный двигатель с турбонаддувом мощностью 450 Л и литражем на 12,5 Л. Трактор характеризуется экономным расходом топлива и меньшим объемом вредных выбросов, что стало возможным благодаря системе Цаммон Раил, отвечающей за равномерное распределение топливной смеси по камере сгорания. Дополнительно, стоит отметить увеличенную разгонную динамику. В КПП трактора John Deere предусмотрена система Efficient Manager, которая также способствует экономии топлива и дает возможность спецтехнике раскрыть весь потенциал двигателя. Трансмиссия имеет 18 передних и 6 задних скоростей. Коробка функционирует бесшумно и обеспечивает плавный ход. В гидравлике есть производительный насос, рассчитанный на пропускную способность до 220 мин. Электроника поддерживает давление на уровне 200 бар, а мощное сцепное оборудование обеспечивает грузоподъемность до 6,5 т. Особого внимания заслуживает кабина оператора Цамман Твиев. Она довольно комфортна и функциональна, кресло можно регулировать исходя из пожеланий водителя. Все приборы и рычаги управления расположены на оптимальном расстоянии. Для работы в зимний период предусмотрена эффективная система отопления, летний кондиционер. Параметры остекления рассчитаны таким образом, чтобы добиться максимального угла обзора для оператора. Стенки салона характеризуются повышенной звукоизоляцией и минимальным уровнем вибрации. Трактор может использоваться с несколькими типами подвески. Ходовая отличается оптимальной производительностью и минимальными резонансными колебаниями. Улучшенная подвеска повышает сцепление с любым дорожным покрытием, включая ямы, клей, рельефные неровности и раскисший грунт. Система безопасности контролирует подвижные части трактора, положение навесных орудий, а также степень загрузки. Электронная система регулярно следит за датчиками температуры и давления и выводит информацию на экран дисплея оператора. В случае выявления каких-либо неполадок или перегруза появляется сообщение. Модификации. Модель 9520 получила продолжение в лице нескольких модификаций, включая 9520T, 9520RT, 9520R и 9520RX. В основном разница заключается в типе ходовой, моде выпуска и технических характеристиках. Самой выдающейся моделью считается RT, которая весит более 20 т. Трактор передвигается на гусеничном ходу шириной 762 мм, благодаря которому он лучше подходит для работы на сельскохозяйственных угодьях. Максимальная скорость до 40 км. В машине предусмотрена амортизационная система AirSuspension, улучшающая комфорт в процессе работы, и телематическая система JDLink, способствующая дистанционной оптимизации логистики машины. Основные характеристики трактора. Спецтехника Жохн Дир 9520 обладает исключительными показателями, благодаря которым она широко используется в разных отраслях. Мощность и эффективность узлов обеспечивает работоспособность в суровую погоду и на любой местности. Технические характеристики машины 9520. Двигатель шестицилиндровый дизельный с жидкостным охлаждением. Мощность силовой установки 450 Л. Тип навески EFIN. Грузоподъемность навески до 6,5 т. Шасси 4X4 Articulated 4WD. Тормозная система гидравлический мокрый диск. Кабина Цамман Твиев. Воздухоочиститель сухой обороты в минуту 2100. Поверхив. Вес 16,3 т. Колесная база 3,5 м. Длина 7,34 м. Сцепкой. Ширина 2,93 м. Высота 3,49 м. Клиренс 0,43 м. Сфера использования. Трактор Жохн Дир 9520 приспособлен для разного рода операций, начиная от сельского хозяйства и заканчивая поисково-спасательными работами. Спецтехнику можно укомплектовать окучивателем, воронователем, культиватором и прочим подвесным оборудованием, при помощи которого выполняются землеройные работы. Техника способна осуществлять разгрузку и погрузку, а также транспортировку грузов. При строительных работах трактор применяется как тягач тяжелых конструкций. Также данная модель пригодна для растаскивания завалов, уборки больших территорий от строительного мусора или снега. Вывод.
Джохн Дейр 9520 относится к классу тяжелых тракторов, которые широко применены в строительстве, коммунальном хозяйстве и схозфере. Благодаря им можно быстро решить ряд сложных задач. Данная машина одна из самых мощных и надежных на рынке. Оператор работает в комфортабельных условиях, есть кондиционер и отопление, предусмотрено множество рычагов управления и регулировка кресла. Из недостатков модели можно выделить сложность ремонта. В частности, в случае многих поломок самостоятельно решить проблему не удастся. Придется обращаться в сервисный центр. Также можно отметить большую стоимость трактора. Всем удачи!